Всем привет! Мы находимся на Рыбинском водохранилище, хотя правильно было бы назвать его морем. И у нас здесь происходит наша первая тренировка перед вторым этапом Pro Anglers League 2016. Мы приехали сюда в ранге лидеров, мы находимся на второй строчке общего зачета, и ставки для нас очень высоки. Нам надо не просто играть, нам нужно выигрывать. И нам придется очень много поработать, потому что просторы здесь необъятные, рыбы здесь много, но ее надо найти и подобрать мне ключик. Ну, этим мы и займемся. Рыба, ну блин, мелкая. Ну, рыба. Берж, это берж, это рыба берж. Да, зачетный берж. Рыба. Прихватила у дна. Видимо, очень пассивная. Практически без проводки взяла. Без удара. Подсак нужен. Иди сюда. Вот такой он. Первый мой рыбинский судачок. Очень пассивная рыба. Мы долго шли. Поимки первого судака, практически без поклевки, лежащую приманку на дне, слегка придавил, потянул, без удара, без всего. Очень пассивная рыба, очень трудная рыбалка, ну, главное, рыба есть. Сидит, наверное, окунь. Судя по характеру поклевок, это окунь. Но удар был очень активный, агрессивный. Съедобную резину рыба добирает. Большой окунек. По местным меркам небольшой. Для некоторых водоемов такой окунь мог бы считаться хорошим. На съедобную резину и тек опять сработал. Рыба привередливая. Вот именно в таких ситуациях съедобная резина выручает. Есть. Очередной окунь. Окунь здесь ровненький. Все то же самое. Приманку подобрали. Рыбалка по окуню вроде налаживается. Окунь здесь многочисленный, ровненький, но довольно привередливый. Это хороший окунь. Есть рыба. О, хороший окунь. Тоже попался окунечек, чуть крупнее. Да, вот он. О, отличная рыба. К окуню мы ключик подобрали. Рыбка попадается ровненькая, стабильно. Но это не та рыба, которая нам нужна. Но я думаю, что рядом с окунем есть и другой хищник. Потому что окунь явно кого-то кушает. Этого кого-то должен кушать тот же судак, берж и, возможно, щука. Продолжаем рыбалку, ищем рыбу. Для поиска мест рыбалки на водохранилище такого типа мы активно используем старые топографические карты, которые рисовались до затопления этих акваторий. На них можно найти все интересные для спиннингиста места. Это старые озера с коряжником,
русла небольших рек и объекты, которые использовались людьми. Это старые мосты, фундаменты, дороги. Все они очень интересны для рыбы сейчас, интересны для нас, пенингистов. Но для рыбинки мы нашли только очень старую карту, которая рисовалась там чуть ли не в 17-18 веке. Она не очень точная по привязке, но тем не менее ложится на современные координаты, и по ней можно найти большинство интересных мест. Немножко более широкими галсами ходишь, и если озеро, в общем-то, нарисовано на этой карте, значит, где-то здесь оно есть. Мы его находим, обрабатываем, пробуем ловить там рыбу. Хорошая рыба. Рыба потяжелее явно. Тяжелый окунь. Ах, красавец. Прекрасный окунь. Поклевки на каждом забросе. Все, что нужно, это просто найти рыбу и подобрать правильную приманку. Поклевки есть. Какой ты мудрый прям. Типа только он умеет. Ага. Мы не умеем. Нашел дураков. Дубль. Почти весь день мы посвятили поиску рыбы. Но пока удалось найти еще одну огромную стаю окуня. Окунь клюет, клюет хорошо, но не на все подряд. Приманки приходится подбирать. Рыба действительно трудовая. И соревнования обещают быть очень интересными. Ну вот и подошел к концу этот непростой рыболовный день. Он действительно выдался очень сложным. Мы накрутили по водам Рыбинского моря больше сотни километров. Зацепили за какую-то рыбку, хорошо половили окуней, были судачки, бершики. Но, к сожалению, мы не смогли зацепиться за щуку. Я надеюсь, что пока. Потому что отрицательный результат – это тоже результат. Я думаю, что в оставшиеся тренировочные дни мы найдем щуку, подберем к ней ключик и составим хороший рабочий план на тур соревнований.